госпожа президент, приветствую вас, Беларусь. Белорусские цветы. Госпожа президент, позвольте мне еще раз приветствовать вас в Беларуси. Несмотря на то, что нынешний визит у вас краткий, я очень надеюсь, что вы найдете время в ближайшем будущем, чтобы побывать не только в Минске, но и посмотреть нашу Беларусь. Посол очень хорошо знаком с Белоруссией, с Минском. Он может многое рассказать и показать. Он у нас тут свой человек. Я думаю, вы хорошо знакомы с нюансами белорусско-грузинских отношений. И я не буду здесь пересказывать о нашем торговом обороте, о том, какие мы времена пережили. Мы действительно начинали с нуля наши отношения, особенно в сфере экономики. Но сегодня Грузия находится на ведущих позициях в отношении Беларуси. У нас очень добрые, теплые отношения. Наши народы очень близки. У нас очень хороший фундамент наших отношений. И поверьте, я сделаю все, чтобы такие добрые, теплые отношения во всех сферах сохранились навечно. Госпожа президент, мы очень следим за обстановкой в Грузии. Нам не безразлично, какова ситуация в Грузии. Вы пережили, ваш народ, много сложных моментов после распада Советского Союза, и вы всегда достойно выходили из сложных ситуаций. Я убежден, что и нынешняя ситуация, которая непростая в Грузии, как и в других республиках, но мы люди мужественные, найдем выход из самых тяжелых ситуаций.